Потому что мы не знаем страха! Как давно уехала Кьяра? 7 лет, представляешь? Может, Кьяра беременна? Мне эта свадьба кажется странной. Да еще в шикарном отеле. Сеньора Джентили сняла для вас люкс. Люкс сняла? Ого! Восхитительно. Я не монахиня, и я даже не Акико. Я фламинго. Прекрасно. Он хватает меня за талию, опрокидывает на капот, разрывает бюстгальтер. С распродажи? Нет, ла перла. Вот тут я взбесилась. Вот черт, понимаю. Или еще немного. Девочки, я пришла, потому что люблю вас. Но не просите меня остаться. Девичники наводят на меня грусть. Пьяные женщины говорят о размерах членов, изменах, упущенных шансах, а затем кто приходит в какой-то момент? Стриптизер. Дай ты бог. Мечты стали явью! Неожиданно! Что ты тут делаешь? Сюрприз. Разве этот бомж может быть Эль-Тигра? У меня есть основания полагать, что вы привели в номер черного человека. Не волнуйтесь, мы сейчас девственны, как Мадонна. Знаешь, почему мы с тобой причиняем боль друг другу? Потому что мы сестры. Идиотка! Отстань! Потому что не знаем страха. Банзай!